Периодическое голодание – это позабытый секрет здоровья. Все наши предки от самых древних до недавних времен практиковали его. Но с приходом пищевой индустрии люди привыкли питаться без перерыва и забыли о том, как все задумала природа. В этом видео я расскажу о том, что такое периодическое голодание и как его практиковать. Наши предки не знали, что такое четырехразовое питание. Они не пили чай и кофе с конфетами и булочками. Древние люди очень много работали с раннего утра и до самого вечера, питаясь один или два раза в сутки. Для них это было нормой, и это же является нормой для современного человека, ведь в течение эволюции организм привык к такому образу питания. Как же работает периодическое голодание? Жизнь – это баланс во всем, как инь и янь. Голод в этом случае не должен превышать сытость, а сытость не должна превышать голод. Современные люди начинают есть с самого просыпания и заканчивают перед сном, а спят обычно не больше 8 часов. Это значит, что их организм все время находится в состоянии переваривания пищи. В таком случае процессы энергообмена в организме нарушены, и человеку все время хочется есть, перекусывать, он чувствует себя усталым и ему всегда не хватает энергии. На самом деле современные люди закормили себя до такой степени, что не знают, каково это – быть энергичным. Научно доказаны преимущества периодического голодания. Полное очищение организма. Периодическое голодание обычно связано со словами «очищение» и «детоксикация». И идея здесь очень проста. Организм тратит так много времени на переваривание пищи, что просто не успевает очищаться. Все млекопитающие стабильно голодают. Вы не найдете в природе животное, питающееся без перерыва. На самом деле, чем больше животное ест, тем меньше оно живет. То же касается и человека. Повышает частоту сознания и концентрацию. Это происходит в силу того, что токсины, скапливаемые в мозге, начинают выводиться, как только у организма есть на это время. Сами токсины, пока они там, отравляют мозг и ухудшают когнитивные функции. Потеря лишнего жира. Думаю, здесь все понятно. При нормальных обменных процессах в организме человек не запасает жировой ткани. Большое количество энергии и постоянная бодрость. Удивительно, но тело современного человека тратит почти всю энергию на переваривание пищи. Понаблюдайте, чем больше человек ест, тем больше он хочет спать. Повышение уровня гормона роста. Если вы голодаете, то секреция этого гормона повышается в несколько раз. Напомню, что гормон роста отвечает за здоровье суставов, восстановление клеток, качество кожи, мышечный рост, силовые показатели и так далее. По некоторым исследованиям, периодическое голодание замедляет рост раковых опухолей и даже предотвращает их возникновение. Излечивает диабет второго типа, повышает продолжительность жизни, запускает восстановление клеток и очищение межклеточного пространства, снижает окислительные процессы в организме и уменьшает воспалительные процессы. Самый популярный способ голодания – это короткие голодания, меньше 24 часов. Самыми действенными схемами были выявлены две. Первая – это 16 на 8, то есть вы голодаете 16 часов в сутки, а 8-часовое окно употребляете пищу. Например, я завтракаю в 10 часов утра, а последний прием пищи у меня в 18:00. И вторая схема – это 20 на 4, то есть голод в течение 20 часов, а время еды – 4 часа. Это более продвинутый способ для людей, кто знает, что делает. Все наши предки голодали, голодает и весь окружающий мир, но только современный человек решил, что может жить по-другому. Природа из раза в раз доказывает, что это не так. Современному человеку сложно представить, что голод дает больше энергии, чем питание. Однако это так. Те, кто последует советам в этом видео, убедятся в этом. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Чести и удачи!